Вот у нас тут шарик, привели его. Шарик у нас, да, шарик. Вот он красавец какой. Вон Игнатьевна что-то там выходит. Вот синеглазонька сидит наша. Вот она. Этот, как обычно, юродствует. Шарик, шарик юродивый ты наш. Шарик, шарик. Клоун. Так, а там ураганчик ждет, не дождется прогулки вечерней. Тучки у нас ходят, ждем дождика, и нет его, дождя вернее. Поволок он меня на прогулку меня. Смотри, шарик как бьет. Когда сейчас подойдем рядом, он сразу вид делает, это не я лаял. Блин, прямо разорвет его, все. Пошел. Один с второй стороны, другой с другой. Так. Вот. Смотри, ни одного лая, ничего нет. Выходи сюда, иди. Подойди к шарику, то познакомься. Да, с прошлого года не виделись. Вот, вот, трава летит только, ну, забуксовал. Ну, давай, познакомься. Бедный измочился весь. Ну, чего отвернулся-то? Ты же лаял, только сейчас кричал, я ему дам, только покажи, я против Путина. А только милиция увидел в окно, говорит, уже спрятался под лавку. Так, опор. Пошли, ну их. Трусливые они собаки, сейчас лаять начнет. А шарик-то экономит, а этот на полную мощь. Ну у него там кадушка выпилка, сколько он. Ой-ой-ой-ой. Шарик уже. Я боюсь, они улетят у меня. Он идет уже туда тянет, смотри. Вечером на это озеро, на это. Пойдем. Это у нас голубятня номер один. Павел, Виктор тут помогали установить такую. Витя туда залазил зимой, на гитаре играл, а его кто-то снимал. О, у меня есть желание, чтобы меня завтра отпустил на часок. Я покажу сейчас, что охота сделать или в этих краях. О, балачок. Здоровый. Вот видишь, вот пройти нельзя было. Вчера я все выпилил. Смотри, дорожка какая свободная стала. Вон она, все скотчено. И здесь нельзя было пройти, ветки торчали, глаза били. А мне охота завтра репей вырубить вот этот вот лист. Дальше будет он осыплять. Вот, посмотри, сколько нарубил я. Вот. Здесь нельзя было подойти. А сейчас все, пожалуйста.
Какой-то вот эта вот эта, она... Во означает во война по-английски. Так, ну что, бери апорт. Вот эти, главное, не нравится. Бери. В столовой сам же сходил и уже забрезговал. Видишь, какой простор сделали. Угу. А вот здесь у них все дороже. Я бы его почикал. Лопату натащу. Коровы идут, все тут цепляется. А вещи были те вообще. У них шерсть была непригодная. А если ее хорошо подрубить, то они вот такие вырастут, а на таком уровне-то за ноги то коня не зацепится. Вот сколько. Это мы вечером идем на прогулку туда. И купаться. Они уже почти созрели. А очень много муравьев на репье. Да. Прямо осадили их. Вон они. Весь муравей. Ой, вернее, весь репей в муравье. Муравьях. Я его не пускаю. Ну, убежи. Ну, в это время ты вывернешься, какая-нибудь такая. Хватит, напугать. Смотри, какие тополя, и как они выросли. Я тут загадку загадывал. Вы вон видите, проволока вверху. Зачем? Никто не знает. Я говорю, это привезли кольца бетонные, чтобы их снять талью. Павел там это сделал, чтобы тычок не отломился, там зацепил его дальше. Вот. И снимал, а отсюда уже разносили. Железный лист и волоком этот лист тащили. Павел это трудяга. О. Ну давай. Это трудно бежать. Да, да, точно. Какой простор. Это вот канал. Так это 100 лет прошло. Там колобачек канал. Вот такой вот установил, хороший. Это они отделяли свои участки. Дали землю, обольстили, а потом за землю раскулачили. Вот. Вот. Так, у Бога, говорит, не бывает плохой погоды. У меня в коленях. Высокая, высокая. Отделение, она мешала волнам проходить по радио. Ну, вранье, вон, смотри, белые остались. Вон, смотри, как березки росли, я их обихаживал. А он зимой их все повалил. Бобер. Бобер. А вот почему засохло-то все? Потому что вода подошла, поднялась. Вон он как. Ну, прям видно, что она в воде. Да. Она любит воду, но и до такой же степени. Вон какое большое засохло. Там дрова готовы. Наш огородчик. Начинаю его кормить. Ну-ка рядом.
рядом. Ну-ну, ну, рядом. Что, забыл команду? Рядом. Да, это раздевалка-то разъехалась. Надо ее включить. А там, по-моему, вырубили. Смотри, на это нету. И там на это находится у меня. Ну да. Очистили этот коровник от деревьев. Ну? Куда, куда пошел? Бери. Что это такое? Не знаю. Что-то унюхало здесь. Че? Че это запах? Че это запах? Аборт. Я не пойму, что он. Я боюсь, как бы он отраву там не съел какую. Аборт. Аборт. Что такое? А вот теперь убедал. Пойдем купаться. Ну, веди. Ой, ой, стонет. Ой, приближай его. Ой, как. Я по одному разу так его пускал. Сейчас надо, сегодня можно раза два. Топор, сюда, ко мне. Мне старается в другом месте вылезти. Вот здорово. О, красавец. Ну, давай сюда, сюда, ко мне. Сюда, ко мне. Рядом. Что-то, когда плывет, он что-то у него с ногой. Да? Это комаром давит так. Ну а давай сюда. Хотел еще раз бросить, да жалко. Он обычно прихрамывать начинает. Давай, давай. Ну давай. Все. Уже возраст сказывается. А это наш музей. Прекрасное место. Хоть это у него воды. И прям вода струя идет из него. Я в городе, когда с ним иду, палку он держит, а там отраву много сыпет. А он туда есть-то не может взять-то. Мне легче его контролировать. Храм, склад. О, радуга. Давай. Там Виктория наспела, не будете? А что, есть? Да. Пойдем посмотрим. Не запорти. Давай посмотрим. Вот еще. Надо. Не смотри. Неправда. А кто-то ее изъел. А видишь как? Птицы. А кто? Я видел, тут вороны летают. А вот смотри сколько. А почему не собрали-то утром? А Марина говорит, только вот сегодня появилось это.
А утром-то я даже не подумал об этом. Ну давай поешь. Вон там. О, длинновато. Да. Надо у Нила будет попросить и засадить там все. Непонятно только, как поливать. Вот. Да, вон. Ну надо это прополоть. Смотри, как изъеденные ягоды. Это нехорошо. Надо завтра этих угостить еще. Завтра этих еще угостить надо. Да. Максима. Ну тут твоя заслуга. Держи. Ешь до сыта. Да я еще немножко не докраснели они. Ураган там палку грызет. Какая разница у неба? Здесь вон какое, а здесь вон какое. Я говорю, какая разница неба? Вон какое, и там вон, с другой стороны какое. Сзади у вас какое, чистое. А что? Ну там чистое, а тут вон какое небо. Давай ешь. Я полю и слышу, как сорняк, как бы слышу. Сорняки разговаривают. Вот пришел и нас вырывает. Но мы-то живущие. Красота какая, вьюнок вьется. А это-то смотреть не на что. И назвали Виктория Победа. Какая победа? Без человека шага шагнуть не может. Победа тоже мне. Вот то ли дело мы и показывает. Смотри, какой лопух растет. Никто за ним не ухаживает. Это травы между собой разговаривают. Человек не прав. Опять. Держи. Да все, Игнатьевич, все. Наелся. Благодарю. Нарвите, не жалко. Жалко, посудины нету, некуда ложить. Руководство.
Можно в кепку? Да ну. Че? Надо наших угостить. Хоть один раз досыта наемся. Идемте. Домой надо идти, все. Все, все. Да, пошли. Вот так. Сколько тут воспоминаний. Покормлю, перейдем. Все, пошли. Куда? Опор. Пахнет хорошо. А кто виноват? Оттуда, когда идем на Симаковском пруду, я вас спускаю с палкой, а он далеко не уходит. Он рядом крутнется. Вот здесь коров-то еще не пригнали. 7 часов пригоняет, давно уже. Сейчас подожди-ка, я вас пущу. Гуляй. Следи, чтобы палку не бросил. А вот. Малина будет. Батюшка поехал лошадь покупать в первые годы. И вот сюда я выходила, смотрела, покупают вон там с бугра. Но они дали такую клящу, что она там год прожила, что ли. Больная кобыла совсем. Загнали ее. Попор. Вот он. Канава идет, тут воспоминания. Тут жил Мерлина, кузнец хороший. Все делал, опор, тихий. Да. Приехали мы сюда 10-го, сегодня 14-е. Четвертый день, я уже как будто бы давно живу. Первую ночь проснулся, я не могу понять, где. Куда? Опорт бросил, как же так? Ну-ка, где? Апорт. Апорт. Рядом. 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 Сидеть. Сидеть. Хорошо. Хорошо сидеть. А ну-ка, лежать. Лежать. Ну-ну. Стоять. Умница мой. Все команды знают. Он с нами проехал почти 120 тысяч километров. В Тихом океане купался. Дошли до Атлантического. В Черном море, в Каспийском. Не знаю, в Балтийском, кажется, да. Реки, Дон, Волга. Все, купался. Озеро Байкал. Озеро Байкал. Да, да, в Байкале купался. В Амуре должно быть там останавливались. А уж про опи говорить не надо. Каждый день купаюсь.
Вот какая жизнь выпала собаке. А уже ее одной она была собака, это Павел звать мужа, Сергей говорит. И она одна осталась, он ей на память собаку оставил и ребенка и ушел. Мужики-то стали какие, срамота одна. Ну а куда? Ну не говорят, что задавить, а усыпки. Вроде, ну то же самое, укол, он умрет. Он оттуда взял его. Дальше начал учить. Он сначала чемпионом Сибири стал, а потом чемпионом России по защите караульной службы. Вот он, эти штанги у него везде. Ой, если Господь благословит, я это все вырублю здесь. Вот так. Вот этот тополь вдвоем не обнимешь. Такие громадины. Тут самый толстый идет. Березы. И чудо было. Один грешник ходил, грешник. Апорт. Апорт. И он как шел. И где он касался, видимо, березы. Березы все засохли. Я никогда в жизни такого не видал. Как просеку прорубил. Наглый такой был здесь. И ходил на грех. Думал, никто не увидит. А неодушевленные березы показали. Вот здесь вот он был. И как одна береза, все высохли. Вот тоже чудо. Вот так. Вот здесь сейчас идем, тут проходить до вчерашнего вечера нельзя было. Ветки. Посмотри, сколько отпилено было. Тут видно отдельники. Так. Вон какая куча. Здесь третья куча. А куда убирать? Вон на дерево вот или стало все идет. Вот здесь вот эта такая прорва была. Кирпичи наброшены, по кирпичикам прыгали. Неонила все время спрашивала, когда тут сделают. Я говорю, да как кто будет делать-то? Вы не делаете. Потому что вон там какая была куча, ее свернули. Подняли. Здесь яма была. Яма все. Завалили. На следующий вот песок привезли, а на следующий уже щебнем. Все это с обманом. Смотри, какой у тебя дом красивый. Покажи крест какой. Подожди, что ты у тебя запуталась? А, подожди, нога у тебя запуталась. О, вот так. И мы в городе вот так вот идем. Нас уже знают, я еще бегу. Помаленьку так, трюхаюсь. Шофера смотрят, руками машут. Мужчина один бежит. А я ему навстречу, он засмеялся, остановились, я ему глядит куда. А на другой стороне улицы девчонка бежит, утром тренируется. И я перед ней по-своему и заулыбались. Жизнь сделать красиво, интересно, прямо ни с чем можно. Вот мы ходим ежедневно на два озера. Конечно, это время отнимает, а ты иди молитву считай. Ты как бросил. Ну сейчас должен... Когда комары нападут, он голову вот так, все, пошел. Сейчас я его привяжу и кормить начну. Шарика увезу потом. Дальше, лаешь. Ай, моська, знать она сильна. Что, лайк, он над ним строжится.
Подожди, подойди к нему. А то вы отпустите, за маленький всегда удерет. Ну еще, лай, лай, давай на него. Что не это? Все? Что-то понюхать надо что-то. Так. Стоп, что? Подожди, а я чем хуже тебя. Так-то. Печать свою поставить. Давай, давай, давай. Повыше, да намного выше. Мочащийся к стене, в Библии говорится. Так, понюхал. Он сейчас должен еще один раз сходить. Точно. А этот тогда не мог, подошел и по тяжелому отправился. А тот тоже то сделал. Ну, а больше ничего нету. Когда бегемоты дерутся, у них кал жидкий делается, они друг на друга задом и хвостом разматывают, вот так разматывают, и кошмытки летят. А все, отвернулся, это не он лаял. Это другая где-то собака была. Ой, территорию свою метит. Ой, голову склонил, ну такой смиренный, смиренный. Как из монастыря пришел. Давай, бери. Все, смотри, отобрать у него не дает никак. А вот сейчас дойду до места, скажу брось, он бросит. Сегодня у нас 14 мая. Воскресенье Христово. Июня. 15. Июня, июня. Июня. Так, ага. Так. Вот здесь команда такая. Не работает. Невозможно даже надавить ее. Так кто тут натолкал, а? Ну! Ну! Тут у меня у него... Ну да! Это мы у вас из теплицы утащили одну. Так, хватит, хватит, не дури. Сейчас ему поесть принесу. Ну! Марина там готовит. На-на-на-на-на. Ой. Сейчас я принесу ему. Так, кастрюльку мне дайте какой-нибудь. Караси. Смотри, это она поймала какого. Максим, аккуратно. Вот рыбачка, никто так не ловил. Как фамилия-то ваша? Фамилия как? Максим Романович Емельянов. Это его Емельянов, а моя Михайлюк. В общем, да. А ты не видел? Посмотри. Жидко воняет. А чего? Это просто рыба, вода такая. Это картошка. Вот это вот, мелкая, из мелкой. Чистим ее. Вот. А потом давим. Достанем один большой. Да.
покажи вот здесь. Так, Володя, покажи. Ну, место поставим. Ага. Еще... Да, Игнатий, значит, показывай. Ну, держи, не урони, уронишь. Как держит он? Вот он. Громяный карасик. Карасик. Так, еще что дашь? Молока могу дать. Да, маленько, так, ага. Чуть-чуть. Десни. Буквально для запаха. Не урони. Немножко. Хорош. Все. Пошел. Сейчас я ему собачьи там насыплю. Вот какая называется. Видишь как? Этот полный нераспечатанный. Он кормит одними галушками этими, а я кормлю другое добавляю галушкам. И у меня раза в 3 или 4 меньше идет. Сейчас я ему размощу там это и дам. И он, главное, в весе нисколько не убавляет. Это как кривящийся. Вот тебе с ним пробежать-то до лагеря, это ничего не стоит. Да. Шарик. Иди, проходи. Все это в кашу разрачиваю с молоком. Рыбной воды налью. Картофельная. А ты можешь шарика каждый день бегать туда. До лагеря, брат. Он засиделся. Он, видишь, как хочет. А он такой, ты за цепочку его и все. Особенно, когда купаться вечером ходишь, ты можешь свободно его брать. Пробежками. Да какая хорошая кашка. Ну, давай. Закопал чурку, а чтобы она не свалил, тут земля такая слабая, два кола забил. И чашку прибил. Она у нее всегда чистенькая, а такую не прибитую, он ее волоком таскает с земли, нагребет в нее. А это мешалка. Ну, не боюсь даже погладить это грибы. Да какой на воде. Хороший, хороший. Собака, когда ест, не подходи. Он защищает. А этот нет, уши прижал. Он привык. Совершенно управляемый. Вот так. Все. Побежишь с собакой? А. Сейчас. Смерти спас. Беспризорник пристал. И говорят, куриц словил. Я говорю, не доказано. Ему там копешка стояла. Я под копешкой ему сделал немножко. Да хороший шарик. На весь мир известный. Ну, эти дураки-то ему ногу откусили один раз. Двое кинули, там на цепи, не убежать ничего нельзя. Сейчас я выйду. Расскажи про шарик. Что про него рассказывает, про этого шарика? Веселый, энергичный шарик. Да, шарик? Как любая собачка. Погулять хочет. Да, шарик? Комарик его кусает. Ну все. Сейчас посмотрим, как побежит у нас Игорь. Ну его надо будет после покормить. А? После пробежки покормить надо. Ну, ты кормить и ты его кормишь, ну. А этих кошек я. Бери, снимай, посмотри, как я там делаю. Потом отцепишь его и за эту
Ну, увидишь как, цеплять. Да, я знаю. У конуры колечко там, кольцо такое, из медной и алюминиевой проволоки. И пошел бегом с тобой. Во, вот за эти вот и туда по этой. Пошел. Смотри. Аллилуйя.